Всем привет, друзья! Сегодня будем бить татуировку моему другу Сане. Вот, короче, мы будем бить крест, анг и глаз. Все это будет у нас на предплечье. Че, как вы это? Да, нормально. Вот, прям сюда, короче, будем бить. Рука гладенькая, можно прям салфетки спускать. Ага. Чуть-чуть запись. Да. Вот, короче, все это по линиям, да? Да, рисунок наложили, отметили линии, да, отметили центр, чтобы не сбиваться. Угу. Вот, будет это выглядеть примерно вот таким вот образом. Ровненько. В идеале, да, ровненько. Да, вот, короче, перевели. Так. Ну, сейчас сначала будем делать контур, сразу закрас, потому что предплечье около кисти находится у нас. И поэтому нужно сразу красить, иначе потом будет болезненно. Так.
Thank you.
Сейчас вот закончили глазок. Так у нас фокусирует. Да, вот такой глаз. Так сильно. Так вот. Так что первую закончили. Сейчас будем делать самое интересное. Да, наш крест. Почти стерлась уже там отметка. Вот мы перевели рисунок. И теперь будем наносить пока что контур за наш сеанс.
Thank you.
Thank you.